Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 23 ноября. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Поздравляю Сашу Павлова с победой на Сафроновском турнире. По республике по южной половине неустойчивая погода, местами небольшой умеренный снег, поземка. Ветер западный 7-12 метров в секунду. По северным районам антициклона бушуют морозную со слабым ветром погоду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 22-27, местами до минус 35, днем минус 15-20. По центральным районам ночью минус 13-18, местами до минус 23, днем минус 8-13. По южным районам ночью минус 13-18, в горах юго-запада до минус 32, днем минус 4-10. В столице Бурятии временами снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 13-15, днем минус 8-10. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 719 миллиметров ртутного столба. На автодорогах города и республики накаты, на перевалах местами заносы. Выражение «верста Коломенская» для обозначения высоких людей происходит от села Коломенское, летней резиденции царя Алексея Михайловича. По дороге от села до Кремля были установлены особенно высокие верстовые столбы. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шигнанов. Даже у нас на ТВ есть своя верста Коломенская, то бишь Владимир Георгиевич Банчиков.